Приветствую вас. Знаете, Юлия, вот с позиции психологии ваша ситуация выглядит так, что вы и не хотите в глубине души своей что-то менять. То есть, нет, я, конечно, понимаю, что, вероятно, вам не нравится то, как вы живете, и, вероятно, вам хотелось бы получше, ну, качество жизни улучшить свое. Это понятно. Но вы также, что важно, можете позволить себе не работать 2 года. То есть у вас есть такая возможность не работать несколько лет. И, вероятно, вы не хотите работать. То есть, вероятно, вам не особо-то интересно работать. Знаете, и потому, именно потому первый вопрос, который я хочу вам задать, заключается в следующем. Какой у вас мотив выходить из своего состояния? Это первое. Второе. Второй важный момент. Как вы в это состояние попали? То есть, что с вами произошло, в результате чего вы оказались в таком положении, в таком самочувствие. Вот. В результате чего? Как? Это то, на что мне кажется нужно обратить вам свое внимание. Сейчас вот сейчас на данный момент я бы сказал, что с вами что-то случилось. Может быть, это было сильное переживание. Какое-то очень, ну, такое достаточно сильное переживание у вас было. Ну вот, может быть, что-то еще было у вас. Такое вот негативное, да, достаточно. Вот. Но как-то вы оказались в этом. Ну, как-то вы оказались в этом состоянии, как-то вы оказались в этом положении, и, соответственно, для психологов, нам важно именно определить, скажем так, проблематику. Основную, понимаете? Вот. То есть нам важно именно вот понять, как вы попали в это состояние. То, что вы описываете, ну вот именно то, что вы описываете, это не совсем
по психологии больше. Понимаете, это больше, это больше про врачебную историю. Вот. А нам, как психологам, да, врачебная история не так интересна. Вот. Мы не медики просто. Так что я надеюсь, что вы этот момент учтете обязательно. Вот. При оценке того, что мы вам стараемся дать. Постараемся дать. Итак, значит, так, постоянно усталость, апатия, накатывают страхи, стрессовые ситуации, трясет, панические атаки, постоянно хочу спать, могу спать сутками. Ну, если у вас депрессия, то депрессию нужно лечить, вот, вообще нужно как-то вот отделить, медицинские моменты от моментов психологических, потому что вещи это разные, вот, и смешивать, наверное, было бы неправильно, подобно, вот, как вы сами считаете, вот, поэтому мне бы хотелось, мне бы очень хотелось разграничить одно с другим, чтобы иметь, иметь возможность вам адекватно помочь, чтобы иметь возможность адекватно вам ответить на то, что вас, ну, волнует. Так, нейролептики, так, исследования, так, ну вот, то, что вы говорите, ну вот, исходя из того, что вы пишете, да, то, что я вижу, это то, что вы, к примеру, для вас, к примеру, важно мнение людей. На других людей. Вот. Это вот исходя из того, что я могу вам ответить. Если вас волнует мнение других людей, то, ну вот, это уже как бы, это уже как бы проблема. Ну, вот. Потому что говорите, что вот, вам важно, что вас вот треморы, что на вас обращают внимание, вас это беспокоит. Ну, здесь возникает вопрос, да? Чем вас это беспокоит? Как часто вас это, например, беспокоило, беспокоит, вот, ну и так далее. То есть это вот уже мы идем как-то вот более, так скажем, ну более направленно, да, на вашу ситуацию. Так, не могу жить нормальной полноценной жизнью, а что такое нормальная полноценная жизнь? Подскажите, пожалуйста, что такое, нормальная полноценная жизнь? Что она из себя
представляет. Это вот нормальная полноценная жизнь, о которой вы говорите. Я, если что, совершенно не шучу сейчас, вот, а говорю абсолютно серьезно. Вот, это очень важно, очень важно это понять, очень важно это понимать, вот, потому что нормальная полноценная жизнь, ну, как бы, поймите правильно, вызывает вопрос, вызывает вопрос. Что это такое? Что такое нормальная полноценная жизнь? Да. Нормальная полноценная жизнь – это как? Дальше. Это проблема, но есть сложности с общением с людьми. Но опять же, общение с людьми, да, общение с людьми. Общение с людьми, чтобы что? То есть, вот такой тоже есть момент. Вот. Общение с людьми по поводу чего? То есть, да, люди действительно будут обращать на вас внимание, какое-то внимание, если вы, например, не имеете точек соприкосновения с ними. Точка соприкосновения с ними – это интерес. Просто чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. Понимаете, да, что я имею в виду? Все. Ну, о чем? С вами общаться, да, если нет точек соприкосновения. Вот. Это очень важный момент. Так что это вопрос ваших интересов. Вот. А не вопрос того, что вы людям неприятно из-за тремора, который у вас есть. Понимаете, да, что я хочу сказать? Вот так. На этом все, в принципе, по химическим веществам, по биологии, обращайтесь, пожалуйста, к медикам, они в этом разбираются лучше, чем мы. Вот, и помогут вам они, соответственно, тоже лучше, чем мы. Вот. На этом, в принципе, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было полезно. Вот. Повторюсь, что для психолога
именно для психологов, важны не те данные, которые вы предоставляете сейчас, а это именно опыт. Данные, связанные с непосредственно вашим здоровьем. А психологам важны именно больше ваша история, ваши переживания, чувства, вот, и тогда с этим можно что-то делать. Тогда, только тогда. А не наоборот, к сожалению. Вот. Поэтому вы определитесь для себя, пожалуйста, какой помощи вы хотите. Какую помощь вы хотите получить. Вот. И, соответственно, уже в зависимости от того, кого вы выберете, да, в зависимости от того, чья помощь вам нужна, вот в зависимости от этого, я думаю, что вам и нужно смотреть. От этого вам и нужно направлять свой ресурс, то есть в ту или иную сторону. Вот, на этом все. Я желаю вам удачи, всего самого вам доброго и надеюсь, что ситуация разрешится для вас